Сказочка. Михаил Хинох. Голофон включил, я мозги отрубил. Ага, кайфы, кайфы привалили. Чё ещё надо, а? Из народного фольклора будущего. Музыка, изобилующая басами, агрессивными воплями и тремоло, пропущенная через дисторшн балалайки, стала вдвое тише. Поверх светящейся сферы голофона появилось сообщение, оформленное в цветах национального флага. Молодой человек, идентифицированный этим чудо-устройством, с изумлением и тревогой ткнул в шар голограммы, искрящийся красивым зеленым цветом. Из закружившегося вихря разноцветных полос сплелась симпатичная девушка со строгим лицом и холодными глазами, причем один был голубым, а другой карим. «Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Национальная программа «Дети. Наше будущее» выбрала вас в кандидаты Государственного демографического клуба знакомств ДКЗ. Выберите, пожалуйста, дату и время посещения». Красотка с мультивнешностью исчезла, превратившись в строку. 21.12.2041. 18.00. 21.12.2041. 18.30. Отказ. Роскошный выбор, ничего не скажешь. Но какая к черту разница? Вот так подарочек на Новый год. Просто поверить не могу. Может, меня хакнули? Нужно все проверить. Черт, вдруг на самом деле свезло. Да почему нет-то? Все 6 паспортов у меня четкие, образцово-показательные. Контент отмечен голубой звездой. Никаких нелегальных засветов. Молодой человек запустил глубокую проверку голофона, и через несколько секунд устройство сообщило. «Андре, милый, у нас все хорошо». Это означало, что вскоре он мог начать жить и заниматься этим с настоящей девушкой. Андрей, как и большинство держателей подписных голофонов, разработанных Смертбанком по заказу правительства, уделил немало времени индивидуальной настройке хитромудрого устройства, управляющего всеми домашними девайсами, личными аккаунтами, всевозможными развлечениями и, что многих волновало более всего, создающего невероятно реалистичные голограммы на легендарном Порнхаб, обязательно ежедневный просмотр которого был утвержден для всех половозрелых граждан с целью снятия хронического напряжения. Для напряжения была веская причина. После конвенции 2031 года по нелегитимным личным контактам, принятой ведущими мировыми странами, в которые входила и наша Глумляндия, ввели жесткие ограничения на физические взаимодействия граждан, что в свою очередь породило в великих губерниях новую цифросексуальную революцию, всплеск сопутствующих психических заболеваний и, как следствие, глубокий демографический спад. Андрей не был на улице почти 2 месяца. В этом не было нужды. Быт был полностью автономным, к тому же там было довольно опасно. Номерные пандемии мутавируса вынудили принять беспрецедентные меры, что полностью изменило облик городов и образ жизни людей. Как гражданин с высоким рейтингом, Андрей пользовался расширенным пакетом госуслуг. На его голофон поступала информация с повсеместных камер видеонаблюдения, из патрульных дронов, но обитатели улиц были мастерами маскировки. Поэтому не было никаких гарантий, что его путешествие пройдет без неприятностей. Дворы давно стали царством отбросов общества, состоящих из нелицензионных или отработавших срок службы роботов и реже людей. Повсюду догнивали остовы колесной техники, эксплуатация которой в городах была запрещена лет 15 тому назад. В теплую погоду из-за проблем с вывозом мусора стояла жуткая вонь. Одевшись потеплее, парень проверил работу всех устройств и, погладив на прощание кошку Дусю, подписка на единственное живое существо в квартире обходилась недешево, открыл дверь и вышел за порог. Датчик в лифте фиксировал весьма морозную погоду, хотя еще позавчера был плюс, сумасшедшая, но обычная в последние годы погода.
Засада была в том, что идти нужно было именно сегодня, причем топать на своих двоих. Никакой доступный общественный транспорт не позволял добраться до ДКЗ через заваленные снегом и техникой дворы, которые не убирали, в целях ограничения передвижения граждан. А личный воздушный транспорт Андрею не был положен по статусу. Сканер над входной дверью подъезда считал QR-код, и расписанная граффити дверь плавно отъехала в сторону. В лицо Андрея ударила морозная волна. Он быстро сменил обычный респиратор на утепленный и осторожно направился через двор, ориентируясь на виртуальные подсказки голофона. Было холодно и страшно, но упускать свой шанс он не хотел и старался двигаться как можно быстрее, неловко штурмуя сугробы. В небе, в виртуальных коридорах роились санкционированные к полетам роботы доставки всего и вся. Служебные и личные аэрокары более успешных граждан, которые забавы ради любили бросаться в редких прохожих. А на земле прятались все остальные. Прием был назначен в такое время, что засветло прийти не получалось. Явиться пораньше тоже было плохой идеей. Внутрь ДКЗ его все равно бы не пустили. А ждать на улице было рискованно. Поэтому лучше всего было прийти вовремя. Все шло просто замечательно. Закат погрузил город во мглу ближе к концу пути. Оставалось только пересечь площадь, в конце которой виднелось здание ДКЗ. Андрей решил немного отдышаться перед последним рывком. Впереди проходила воздушная магистраль, самая низколетящая и оживленная в районе. Он особенно не любил это место, но сегодня было не до предпочтений. Мельтешащий рой в небе оглушающе жужжал, и парень попробовал перебежать неприятный участок, но, поскользнувшись на пластиковом пакете, рухнул, больно ударившись коленом. Пока Андрей приходил в себя, стоя на карачках, сверху раздался дикий смех и вопли. Он успел расслышать. «Это для тебя, ходячая обезьяна!» Ему прямо в затылок прилетела бутылка, стеклянная бутылка, что была большой редкостью и указывала на высокий статус запустившего ее негодяя. Обретя сознание после недолгой отключки, он с ужасом обнаружил, что его спасательный круг, его чудо-голофон, поврежден, и система безопасности больше не работает. Вокруг стояла тьма. Интерактивные инфракрасные помощники отключились, и лишь огни ДКЗ давали ориентир. Страх полностью парализовал Андрея. Он увидел, как справа из арки, примыкавшего к площади дома, в его сторону движутся серые фигуры, угловатые движения которых давали понять, что это уличные роботы, встреча с которыми могла закончиться весьма скверно. Ужас перерос в панику, и парень, дико завопив во все горло, бросился через площадь напрямик. Каждый шаг поврежденном колене отдавался пронзающей болью, но боль очищала его разум от лишних мыслей. Боковым зрением Андрей видел, что серые среагировали и движутся наперерез. Они были еще далеко, но перемещались роботы быстрее, и шансов успеть почти не было. Но он и не думал об этом, просто считал вспышки боли, стараясь их участить. Развязка была близка. Да, вдруг у парадного входа ДКЗ приземлился черный аэрокар. Прибыл кто-то высокопоставленный. Площадь осветили прожекторы, включилась электромагнитная пушка, дающая сбой во всех находящихся поблизости электронных устройствах. Серые шарахнулись в рассыпную, а Андрей, взлетев на крыльцо, повис на массивной ручке двери. «О, кто тут у нас? Милейший закон о помогухе никто не отменял! Теперь вы мой должник!» Позади Андрея прогремел веселый мужской голос пассажира аэрокара. «Чем смогу, помогу», – просипел Андрей, отвечая по форме перед законослужителем. Теперь он официально был должником, но это были такие мелочи по сравнению со счастливым спасением. «А вы кто?» «Я Арон Афанасьевич, главный инженер НИИ «Нейромаш». Давайте вас впущу, молодой человек», – предложил мужчина, надевая респиратор, и открыл старомодной картой дверь. Внутреннее убранство ДКЗ отдаленно напоминало поликлинику, но переделанную по канонам фильмов для взрослых. Приглушенный ало-фиолетовый свет, плавные обводы помещений и мебели от просторного холла регистратуры вглубь здания ввел коридор, по сторонам которого располагались комнаты-боксы, из которых раздавались приглушенные стоны. В конце коридора находилось техническое помещение, проход в которое, судя по табличке, был доступен только для персонала. «Вы ведь выбраны для программы «Дети – наше будущее»?» – поинтересовался Арон Афанасьевич. «Да, но если бы не ваш прилет, лично мое будущее точно было бы под вопросом. Я вам очень благодарен», – с жаром ответил Андрей. «Скажу вам по секрету, в стране дефицит репродуктивных женщин. Вот вы и были выбраны для новой государственной программы». Есть одна очень уместная цитата. «Красота требует жертв,
И вообще она отвлекает граждан от главного. Родине нужно новое поколение, надежда и оплот, так сказать. Сейчас не время думать только о себе, молодой человек». «Так я это...» – начал было оправдываться Андрей, но Арон Афанасьевич его перебил. «Пройдите в регистратуру, а мне пора по делам», – прервал разговор мужчина и направился в конец коридора. В холле никого, кроме Андрея, не осталось, и он, несколько смущенный и встревоженный, подошел к стойке регистратуры. Пройдя утомительное тестирование, продлившееся без малого 2 часа, Андрей узнал имя своей избранницы. «Поздравляем вас, Андрей Валерьевич, с успешным завершением тестирования. Проследуйте в первый бокс и ожидайте», — нарочито восторженно сообщил голос робота-регистратора. Андрей повиновался, и вскоре к нему зашла девушка. Настоящая девушка. Упругая шелковистая кожа, томные взгляды, волнующие запахи, стоны, ощущение женщины — это ни с чем не могло сравниться. Андрей просто не понимал, как раньше жил без этого. Когда страсти закончились, девица, водя ноготком по рыхлому животу любовника, предложила оформить договор подписку на брачный союз. Андрей, разумеется, согласился. Ради этого он рисковал жизнью, пересекая свой чертов район. Красавица попросила активировать его учетную запись в своем исправном голофоне и, ловко пробежавшись изящными пальчиками по меню госприложения, поставила в выскочившей анкете нужные галочки. «Котик, подтверди», — игриво пропела она, а ее ладонь скользнула чуть ниже. «Я, Андрей Валерьевич Ложков, подтверждаю оформленную анкету. Ура, ура, ура!» — проблеял срывающимся голосом Андрей, активировав троекратным «ура» документ. «Вы выбрали экспериментальную модель Алена. Ваша электронная подпись вступила в законную силу», — бесстрастно зафиксировал голосовой помощник. «Ну, вот и умница», — как-то устало и равнодушно констатировала девушка и упорхнула в ванную комнату. Андрей валялся на кровати, восторженно предвкушая страстные ночи с новоиспеченной супругой у себя дома. А когда она вернулась, причем полностью одетая и причесанная, он удивленно спросил: «Аленка, ты куда-то уходишь? Что случилось?» «Ложков, я не Алена. Меня Дашей звать. Аленка твоя скоро появится. Не очень-то хочу с ней встречаться. Чао, бедолага!» Она послала парню воздушный поцелуй и торопливо покинула бокс любви. Андрей лежал в полном недоумении, не зная, что и думать. Он решил пока ничего не предпринимать и дождаться настоящей Алены. Не прошло 10 минут, как он, утомленный недавними страстями, задремал. Во сне ему снилась роскошная Даша. Он ощущал ее тепло, приятно пахнущие волосы, щекочущие его грудь. От щекотки-то Андрей проснулся. Когда он приоткрыл глаза, то сразу же визгливо заорал. Над ним нависла жуткая биомеханическая конструкция, напоминающая огромного паука с подобием человеческой головы. Внизу брюха уродливого создания бледнело некое подобие женских половых органов, а на лбу суженый красовалось клеймо с надписью «Алена, не нейромаш». Среагировав на крик, алые глаза чудовища сверкнули, и Алена заключила Андрея в крепкие щекотные объятия. От автора. «Друзья, с наступающим вас! И пусть старый добрый Новый год вернет наш старый добрый мир, который мы, вероятно, недостаточно ценили. Всем бобра!»